15 сентября в Кучерском доме для престарелых произошел пожар, который унес жизни двух пожилых мужчин. По итогам прокурорской проверки следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура выяснила, что виновными в трагедии могут быть охранник и медсестра, которые просто выключили сработавшую сигнализацию. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы. Как выяснилось, сложная тревога для районного дома престарелых – не редкость. Пожилые люди курили в здании, а следовательно, срабатывала сирена. Мы с вами понимаем, что начался пожар, и время, когда отключили пожарную сигнализацию, и тот момент, когда позвонили на пульт дежурного, и выехала пожарная бригада, потушили этот пожар, вот это вот время упущенное как раз и повлекло за собой человеческие жертвы. Именно поэтому прокуратура подготовила материалы проверки и направила в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 219 Уголовного кодекса Российской Федерации.